Итого, значит, Елизавета пробует лягушачьи лапки. Это твои первые лягушачьи лапки в жизни? Третья. Понятно. Вот так вот студенты, биологи мучают лягушек электротоком, изучая рефлексы. Вот. Ну и как? Похоже на лягушку. На кролика похоже. А, интересно. Не, я это ел, но я это ел очень много лет назад. Я ел во Франции на своем корейском ресторане. А, понятно. Вьетнамский. Там много лягушек и козлятины. Козлятины едят, а лягушек. Меня больше порадовал козлятина, думаю, козлятина они, наверное, на самом рынке собирают. Да, а я смотрю, вот у нас есть в Калифорнии, в пустыне, город, который называется 29 пальм, то есть 29 palms. Может быть, это город вот такой специфический. У какой группы есть? Ну, не Лицеплина, у какого-то чуваков из них, в другом составе. Понятно. В общем, там есть ресторан, в котором не ел мясо кенгуру, кобры и мясо аллигатора. Я ела медведя. Я ела лося. А лося я тоже ел, причем, насколько я помню, в Йеллоустоне. Ну и как лось по сравнению с коровой? Его слово великолепно. Но много не съешь. Тяжело. Тяжело? А как медведь? Жесткий. Понятно. Интересно. Чарльз, what kind of meat have you eat in your life? Some special meat, like frog? I once had frog legs. Huh? I once had frog legs. It was frog in legs. Maryland. So what...